відкрита трибуна. Чи потребують криворізькі мости капітального ремонту? Ну, в нашому місті я не знаю так багато мостів, які в аварійному стані. В принципі, нормальні. А от участки дорог, деякі, можна було б і підремонтувати, так як вони влекуть за собою множество аварій, ну, нещасних випадків і тому подобне. За мости не знаю, но сливные системы очень нуждаются на соцгороде возле плавательного бассейна постоянно. Не работают сливные системы, дорогу заливают до середины. Не только мосты, и все дороги в убитом состоянии. Нужно мосты все делать и все дороги делать по-любому, полностью. Не латать какие-то ямы, это надо все делать просто полностью. Межгород вообще убитый, я вот только вчера ехал с Никополя. Вообще нет дорог никаких. Мосты, ну вот даже вон Николаевское шоссе, где я живу, убитый мост. Да, да, так же, как остальное. Так же, как остальные здания, остальные дороги. Абсолютно все, у нас нуждается в ремонте. Да, конечно, у нас с мостами вообще проблема. На мостах плиты, которые накрыты мосты плитами. Это первое. При переезде между самими плитами там есть очень большие ямы, которые нужно заделывать, по правилу заделывать правильно. И конечно, перильное ограждение. Хорошо, сейчас в городе отремонтировали, там приятно и ходить, приятно ездить. Но есть у нас мосты на объездной дороге по Никопольской трассе и прочие мосты, которые и дороги, которые реально нуждаются в ремонте. Конечно, нуждается. В Центрально-Городском районе, за исключением нового моста, который построили на Гданцевке, переезд на Гданцевку. А остальные все нуждаются в ремонте, и причем в серьезном. Там проходят коммуникации, линии связи. Я, кстати, связист, я знаю, как преодолевать это пространство через реку. Ну и другие коммуникации. Поэтому я считаю, что нужен не только ремонт, а еще и дополнение у Криворозькому районі дополнительні мости. Відкрита трибуна.